Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, как вас зовут, откуда вы? Меня зовут Самигулин Эдуард, я с города Тюмени. А я так знаю, что недавно вы приобрели квартиру, это так? Все верно. А через каким способом, через что? Необычным способом, который использовали раньше, времена СССР, через кооператив. А как называется? Westway. И какая квартира, за какую стоимость? Квартира большая, однокомнатная, 43 квадратных метра. Купил я за 3 100 000 рублей. Платеж у меня ежемесячный 17 500 по этой квартире. Комфортно, да? Классно, я бы сказал. А считали, сколько вот суммарная переплата за весь промежуток времени будет? Переплата составляет всего лишь за все 10 лет рассрочки 500 000 рублей. Всего? Всего. То есть это очень здорово, да? Это великолепно. Вообще... Такое переплата нигде не бывает. Нигде не бывает. Не существует, да. А откуда узнали вообще о нашем кооперативе? Об этой программе я еще узнал в колледже. Мне знакомый рассказал об этой программе. Я когда двигался к своей цели, да, к своей недвижимости, и вернулся к этому вопросу спустя два года. Посетил свой первый семинар и узнал более подробно, решил вступать в кооператив. Довольны? Жилья. Скажите, пожалуйста, вы довольны своим решением? Я превосходно доволен. Мне очень все нравится. Программа работает.